вечер мы ведем наш репортаж с большого девичника, устроенного по случаю самого нежного в году праздника 8 марта. Девичник – это не только шампанское, песни, танцы, девичьи секреты, но и ярмарка мастеров, вернее, мастериц, которых в Нетании великое множество. Даже и не верится, что еще несколько лет назад девиц в Нетании не было. Вернее, девицы-то были, но друг о друге ничего не знали. Спасибо Цукербергу и его Фейсбуку. Это он их перезнакомил. А подружились они уже сами. Делают вид, что группа у них секретная и закрытая, но это неправда. Слава о ней пошла по городам Израиля и даже за его пределы. И девицы эти очень даже открытые для дружбы, взаимопомощи и веселья. Когда-то их было 20, теперь почти 3000. Я очень люблю такие мероприятия. Мне важно иногда выходить из виртуального мира Фейсбука и видеть людей. То есть общаюсь с человеком в Фейсбуке, и тут наконец-то есть возможность познакомиться с ним в реальном мире, пообщаться. Иногда это бывает очень прикольно, что представляешь себе человека по одному, а вдруг встречаешься с ним. Вау, а ты оказывается такая, как классно. Я очень люблю посещать вечеринки девиц Натании. Вообще люблю посещать вечеринки групп в Фейсбуке, потому что это дает возможность познакомиться друг с другом, показать себя, посмотреть, что дают другие. И зачастую я бы, может быть, даже не знала, что эти люди умеют делать, пока бы я не пришла сюда. Так как я занятый очень человек, и для себя я сегодня увидела очень много здесь интересного. Девчонки такие молодцы, столько много сделали сами. Особенно мне понравились девочки с керамикой. Это такой трудоемкий труд. Это вообще очень красиво. Наша группа просто город мастеров. Кто шьет, кто вяжет, кто делает глиняные чашки, готовят, пекут какие-то вообще потрясающие торты. И мы захотели собрать их всех вместе, сделать вот такую ярмарку. И на удивление очень много откликнулось. И очень много кто был рад и себя презентовать, и посмотреть работы наших девочек. Это классно, я думаю. Идея создания ярмарки витала очень давно. Группа большая. В нее входит только женское население города Натании. Это одно из основных условий приема в нашу группу. Огромное количество талантливых женщин, которые уже имеют свои какие-то открытые предприятия, которые только думают, открывать им или нет, которые хотят, но стесняются. Большой девичник, большой мастер-класс, это очень здорово, и спасибо всем организаторам за это. Сюда я попробовала вкусные запеканки, я посмотрела, что люди делают своими руками, я посмотрела это вживую. Очень многим людям важны тактильные ощущения, вот почувствовать, посмотреть, понюхать. Это очень важно для многих людей. Большой девичник – это большая возможность показать себя и познакомиться с другими. Чего ж здесь только нет. Впрочем, как и положено на настоящей ярмарке, вязаные игрушки, мягкие подушки, броши из кожи на цветы похожи, мыло душистое, пирожки из теста пушистого, сумки шерстяные, торты заливные, украшения для дома, драгоценности для дам. И это вам не Амстердам и никакая не Британия. Это Нетания и ее девицы. Девицы-мастерицы. Вообще все началось 3 года тому назад, когда 20 девушек из Натании встретились на Фейсбуке, познакомились и были знакомы виртуально. Мы решили встретиться, посидеть в кафе, познакомиться. Было замечательно, было весело, было как-то по-родственному тепло. И когда мы собрались расходиться, то вот эта вот идея не потеряться возникла. И на утро уже была готова наша группа. Мы два администратора, я
и Ира Костягина, что мы вроде разные, но обе позитивные. Обе любим жизнь, любим людей, любим юмор, не любим какие-то конфликтные ситуации, стараемся из них выйти как-то легко, чтобы это не было ни обидно, ни тот, кто ее создал, ситуацию, чтобы он тоже не почувствовал, что он не нужен в этой группе, когда я попала в очень тяжелую жизненную ситуацию. И мне очень тяжело вообще, в принципе, как человеку просить о помощи. Но меня уговорили написать в группе, попросить. И я написала. Откликнулась. Ну, вся группа. Вся группа мне помогала. Мне звонили. Я даже не знаю вообще этих людей, кто мне звонил. Звонили, предлагали помощь, предлагали и пожить у них, и вещи, и советами, и... Ну, всем. И это не только мне. Мы можем помогать солдату-одиночке, мы можем помогать девочке, у которой больной ребенок, и ночью у него просто температура, и нет таблеток. Мы можем привезти эти таблетки, мы можем собрать деньги той, которая попала в беду. Мы можем дать совет, где найти хорошего парикмахера, где сделать маникюр, к какому врачу пойти сегодня и... где учить английский язык, где можно устроить детей на гимнастику, все что угодно. У нас, конечно, особенный город своей атмосферой, какой-то каким-то праздником, такой ленностью. Вот это когда ты выходишь по утрам, вроде как на работу, а полгорода сидят, пьют кофе. Это тоже дает тебе настроение. Я тоже сажусь всегда пить кофе утром перед работой на улице.